Какие цвета и стили будут актуальны этой весной? В Ярославле прошел большой праздник моды и красоты под названием Rio Fashion Week, с организатором которого стал и первый ярославский. Вниманию посетителей торгового центра Rio были представлены весенние коллекции известных брендов одежды. Параллельно с фэшн-показами на празднике работала зона красоты, где самые смелые зрители модного шоу могли бесплатно воспользоваться услугами профессиональных стилистов, визажистов, парикмахеров, а также получить уроки дефиле от модельного агентства. Ну и, конечно же, никто не ушел без подарков, в том числе и от первого ярославского. Для того, чтобы быть красивой, нужно любить, цвести, тогда будет блеск в глазах, тогда, собственно, захочется одеваться, будет для кого краситься, причесываться. Девчонки, будьте красивыми, все будет хорошо. Я резюмирую Екатерину. Действительно, самая красивая девушка – это когда она влюблена. А все остальное – это уже антураж. Но этот антураж тоже очень важен. Поэтому мы здесь вместе с нашим телеканалом отмечаем, дарим подарки.